Мой Автар, все подготовлено. Где Радек и Шталь? Груз готов к отправке, сэр. Отец. Мой народ, сыны и дочери Хелгана. В этот день, пока на орбите пылают корабли врагов, а на улицах валяются их трупы, мы снова и снова вспоминаем их страшные грехи. Много лет мы терпели суровые лишения. Враги обрекли нас на смерть от болезней и голода. Нас травили и унижали. Но это время уже прошло. Долгие годы мы трудились в поте лица, чтобы возродить нашу силу, нашу гордость и наш народ. И время лишений прошло. И все эти годы я имел честь вести вас за собой. Вперед! И только вперед! С этого дня и до конца времен! Сэр, армия Земли здесь, идемте.